Фестиваль «Это наши горы» был проведен на живописной поляне, где установили импровизированную сцену. А молодые художники стремились запечатлеть завораживающую красоту на холстах с помощью кисти и красок. Студентка второго курса Гульназ говорит, что на природе рисуется легче. На природе рисовать гораздо интереснее, чем рисовать с фотографий или картин. Здесь, в горах, ты словно окунаешься в саму природу. Всей грудью вдыхаешь удивительные запахи трав, слышишь перекаты реки по камням. И даже легкий ветерок уносит сторонние мысли, оставляя только самое нужное, чтобы выплеснуть красоту родного края на холст. Но это еще не все. Организаторы фестиваля приготовили участникам сюрприз в виде восхождения на вершину независимости восточного склона Угамского хребта. Ребята не в первый раз покоряют гору, но каждый год вновь и вновь с нетерпением ждут этой возможности. Гордость за страну, то, что вообще за Южный край, то, что у нас есть такие горы, куда можно сходить. Да и вообще это классно, спортом надо заниматься. Горы – это красота, это живописность. В горах можно ощутить себя свободным. В городе всегда тесно как бы. Выходишь в горы, и тебе сразу открываются большие просторы. А вот некоторым восхождение оказалось задачей очень сложной. Преодолев около 1000 метров, никогда не ходивший в горы ваш покорный слуга понял одну простую истину. Надо заниматься спортом. Вот и завершился фестиваль «Это наши горы». Художники показали свою выставку, ну и, конечно же, мы покорили 4000-ю вершину. Конечно, немного юлим, может быть, полтора. И вправду, это наши горы. Алимхан Есенгалиев, Талгат Абдинабиев, информационная служба телекомпании «Отрар».